Вам не нужно сомневаться, лучше сразу подписаться. В этом мастер-классе мы покажем процесс создания украшения для волос с ромашкой, выполненные своими рано. Для изготовления такой заколки для волос мы приготовили фетр белого и желтого цвета, ножницы, металлическую фурнитуру, клеевой пистолет, зубочистку, циркуль, картон, утюг. Предварительно лучше выполнить шаблон ромашки на картоне. Для этого воспользуемся циркулем, чтобы нарисовать ровный круг. В нашем случае его диаметр составляет около 7 см. После этого рисуем лепестки и вырезаем заготовку. Теперь этот шаблон требуется перенести на белый фоамиран. Удобнее всего это сделать с помощью зубочистки. Аккуратно обводим контур. Нам нужно вырезать две заготовки для будущей ромашки, они будут одинакового размера. После этого воспользуемся утюгом. Ставим его прогревать на минимальную температуру, после чего аккуратно прикладываем заготовки цветка. В это время лепестки должны немного загнуться. После пальцами согнем каждый лепесток вдоль. Далее нам потребуется желтый фоамиран, из которого вырезаем небольшую полоску. Из нее мы будем делать серединку нашей ромашки. С одной стороны делаем частые надрезы. Затем начинаем эту полоску скручивать. Нужно воспользоваться зубочисткой, на которой начинаем формировать серединку ромашки. В конце закрепляем все горячим клеем. Чтобы тонкие кончики выглядели более расправленными, можно снова воспользоваться утюгом и слегка прогреть эту заготовку. Далее приступаем к сборке нашей ромашки. Сначала соединяем вместе две заготовки лепестков из белого фоамирана, делаем это с небольшим смещением. Затем в центре приклеиваем желтую серединку. Осталось с обратной стороны закрепить металлическую фурнитуру. Наша заколка с ромашкой из фоамирана готова. Поделитесь нашими МК в соцсетях, посетите наш сайт и Яндекс.Дзен канал своими ручками, подпишитесь на YouTube канал. И огромное вам спасибо за лайки. Всего доброго, все ссылки под видео.